Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Выебывай, блядь. Сука. Жрать-то, ебаный ворот, надо, бля. А чё жрать-то, бля? Пожрать нету, бля. Везде поесть-то нету, нихера, бля. Я горяченького хочу. Устал уже есть вот всю вот эту еду однотипную. Сырое всё ем. Охота горяченького. У ребятушечки горяченького хочу. На помоечке сготовить харчо-суп. Поэтому всем приятного просмотра. Сейчас я пойду на помойку, извлеку оттуда все съедобное. И на этом съедобных вот этих ингредиентах я приготовлю суп. Я сегодня VIP-персона на помойке. Будет сытно. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Не забывайте прожимать лукасы, чтобы поддерживать данную рубрику, где меня кормит сытно помоечка. Полетели, ребятки! Погнали! Падла, тяжелая нахуй. О, бак мусорный-то. И два их здесь. Мне сюда надо. Тут я сейчас найду, чем поживиться. Мне ингредиенты нужны на готовку. Вот тут вот мочой пахнет. Тут по-любому найду ингредиенты на свой суп. Я не знаю даже, что получится. Суп харчо или чего. Не видно ни хера, блин. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Косточки вот. На них уж... Ой, дохлятиной запахло. Вот, смотрите, у ребятушечки помидорки подгнившие. Вот она сочится. Капустки чуть-чуть. Вот это на супец уже. Это на борщ получается. Исходя из ингредиентов, будет уже складываться, ну, собственно, блюдо. Чуть-чуть макаронов на суп вот уже есть. Спагетроны кто-то делал. Семенов насыпали, блядь, шкарлупки. Мне как макароны-то вот и перебирать со шкарлупками насыпали здесь. Так, макарошки я откладываю. Это на суп уже есть макароны. Потом подумаем, что в итоге будем готовить. Нам главное сейчас максимально набрать ингредиентов на сытный обед. На харчо с помоечки. Пиццы, корки были здесь. Это, даже корки сожрали, блин. Меня ничего не оставили они. О. Тут пахнет шавермей. Шавермей. Это на тарелке шаверми. Ну так вчерашняя она. Ну пока отложу, а там подумаю. Тут вот этот женский волос меня рыжий смущает. Я не знаю, может он с лобка или с чего такой длинный. Чуть-чуть майонезиса у ребятушечки. Вот рябушка. 100% натуральный продукт рябушечка. С помоечки ряба. Молочка чуть-чуть у ребятушечки. Ну тут на 10 глотков маленьких беру. Тут я вроде... Охренеть! Это же чехол под эти часы Redmi. Два чехла, но очень несъедобные, они резиновые. Мне надо то, что вот из чего можно приготовить. Сегодня я только это беру. Но если, конечно, я тут iPhone найду, так я, конечно, его заберу, ребятушечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушечки, ой-ой-ой-ой-ой-ой, бананчики. Вообще нормальные. Смотрите, почти не гнилые, вообще сытные. Охренеть, да я тут сейчас похаваю так, что я ебаный в рот. Главное не обосраться, хотя у меня уже клапан пробивается еще с самого утра. Я 3 раза дрестать ходил, ребятки. 3 раза ходил дрестать я. Кто знает, тот поймет, что когда дрищешь, ходишь, это потом жопа болит вытирать. Вот чуть-чуть этого томатного соуса. Соус болоньез томатный. Пахнет это прям томатной пастой, ребятушечки. Ну вот это интересно, конечно. Вот это пригодится. Вот, чуть-чуть перловой каши с волосней собачачьей. Такое я уже не такое. Ой-ой-ой, это же рыбки чуть-чуть, форелечки. Интересненько. Никаких опознавательных знаков. Это воняет сильно. Ребята, воняет сильно. Це смерть. Це смерть. Я не буду это есть. Це смерть.
О, косточки, ребятушечки, косточки. Вот это. Это кто-то делал бульон на куриных костях. Ну, они такие хрящевидные, ребятушечки. Вот это курочкой пахнет, курочкой, вот, хрящевидные. Это вот уже все в пакете, по сути, готовый бульон, ребятушечки. Даже кусок лука здесь есть, веточка винограда. Это готовый бульон нам на суп харчову. Даже морковочки, ребятки. Вот, морковочки есть, жопка, чуть-чуть кусочек морковочки вареной. Это все на суп. Скоро уже варить будем, я горяченького хочу. Тут авокадо, авокадо, кость от авокадо, мангустина, мне похуй. Ой-ой-ой, прикинь, чуть-чуть горошка, горосец. Я жрать хочу, ебаный свет. Мне не надо это все, вот это. Спермики здесь, это сытные памперсы, все здесь есть. Вот сюда я все буду складывать, вот сюда. Вот молочка, капельку майонезица, хлебца. Вот это косточки, бульончик мне. Это я здесь готовить буду, вот здесь, на уголку, вот здесь вот. Еще мы второй бак-то не проверили. Второй бак, пошите, ребятушечки, на второй бак. И главное, чтобы сумку вот эту не унесли, вот эту. Я поесть сюда пришел. Еду. Я тоже поешь. Будете? Да. Я угощу тогда. Да? У меня вот плитка, я сейчас готовить буду на газу, плитка. Вода, газ, сейчас нажарю все здесь. Вкусно будет. Да, тут мясо, я знаю, выкидывают иногда. Вот я сюда пришел, сейчас я костей наберу вот это. О, ой, я щебуля, бля. А, да, оригинал. 39-й размер. Как раз мой размер. Да? Держи. Ой, скай, яхщебуля. Почему я пришел на эту помойку, ребятушечки? Потому что здесь есть магазин, где выкидывают куриные эти мясные шкуры свиные. Колхоз-магазин. Я сейчас здесь буду искать эти шкуры в черных пакетах. Вот, вот в таких они выкидывают эти шкуры, чтобы мне на сытный бульон найти шкур для харчо. О, шавермы. Смотри, куски мяса. Шашлык, смотри, шашлык. Шашлык, куски мяса, вот. Песня. Сюда вот. Чуть-чуть мяса уже есть. Это шавермы выкинули. Вот, еще шашлычка куски. Это передача «Сытный приговор» на помойке. Я класс нажимал. Спасибо, спасибо. Вот уже вижу. Куски мяса. Сюда все. Ищем в итоге, надо нам найти вот таких черных пакетов со свиными шкурами и с костьми. Шкуры мясные. Где они? О, чувак, есть. Вот. О, кашка. Ребятки, вкус осени, кашка. О, у меня рыба. Рыба. Вон. Скумбрии соленые, кусочки, вкус вил. Да, ой, да, все поедим мы все. Тут еще есть, да. Мужики, и вам позже по рыбине. Всем хватит. Хлеб еще вот. Вот еще нормальный хлеб. Это с магазина вкус вил. Вкус вил. Это семейная вкуснятина. О, дыня. Дынечка, ребятушечки. Медовая. Ого-го. Что это? Красная рыба. Это смерть? Можно помереть? Да. Отравиться, не? Горбушка, да? Горбуша. Филе порционное, замороженное, без кожи. Година до 15-го, до 22-го года. Смотри, до 15-го, 22-го года. Так она еще, блин, ого, это еще вот, да? С хлебом бутерброды сейчас, да, делать. Чувак, вот оно на бульон. Ой, это куриные грудки. Это сейчас варить на бульон, на суп. Ой, ребрышки. Женщина, это секс будет сразу. Сразу, моментально будет. Я в шоке. Это же ребра мясные. Говядина? Нормальная, ну свежая. Нет. Вообще, как шашлык. Да, шашлык, шурпу можно сейчас. Я в это ведерко, ребятушечки, накидаю сейчас мясо на суп наш сытный. Тут еще, я смотрю, косточки. Еще кости. Это с хребта, со спины. Во, это на бульон, копытца.
Это копытца или что это? Это жирненькое. О, это десерт. И пирожок там лежит. О. О, зефирчик в шоколаде. Вот еще. Что это? Шкура с мясом это на бульон. Обалдеть. Сколько вкусняшечек здесь. Я думаю, я вот это, с этого не буду варить суп харчо, потому что я тут уже говядинки набрал. Насытный бульончик. Клюква 250 грамм, ребятки. Вот еще две пачки клюквы. Вот еще, ребят, охренеть. Салат 139 рублей кто-то покупал. Это ингредиенты. Свежий салат. О, яблочки. О, ребят, персики. Персики нормальные. Апельсины. О, яблоки. Мандарины. Все есть. Что надо-то, блядь? Я тут сейчас такой пир учу, бананчик. Целый холодильник. На неделю еды тут. Ну, пожалуй, наверное, нам хватит. Сейчас посидеть, можно столько набрать. Наушник это оригинальный, кстати. Этот AirPods, ребятки, от Apple наушники вот. Собираем ингредиенты. Клюквы столько, я в шоке, блин. Сливка, мясо, дынечка. Все это хлеб, рыбка, грушечки, лавашики. То уха получится, если вот это сварить? Уху не варят на таком же? Не, просто это, как его? Сырая, сырокопченая она. Вкусно будет? Вкусно? Да. Ну все тогда. Тогда сейчас сварим. Давай. Да пипец. Болейте. Ребятушечки, ну вот она, кухонка моя полевая. Вот такая вот плитка у меня сегодня на газовых баллонах. Внутри помещается газовый баллон. Вот, сейчас я его подключу, чтобы у меня все тут заработало. Вот он, оп, пшикнул. Слышали, ребятушечки? Сейчас я это все подпалю, и мы будем разогревать водичку. Вот, газ пошел, и как тепло, ребятушечки. Просто сказка. Берем кастрюлечку и омываем ее водицей, потому что она-то грязная, ребятки. Помоечка балует меня. Сколько еды. Да тут, блин, на всю неделю хватит. Тут очень много всего. А водичку вот ставим на огонь. Пусть пока все закипает. Вот они, ребятушечки, рыбки. Вот она, основа наша. Скумбрия из магазина «Вкусвилл». Также, ребятки, есть еще вот такая вот горбуша. Вот, из этого можно вот варить уху сытную. Или пойти же другой стороной и сварить на вот этих вот сытненьких косточках сытный бульончик. Для того, чтобы сварить суп харчо с помоечки. Мой желудок уже урчит, и я хочу уже быстрее определяться. О, еще и фруктички здесь мне подъехали. Это у нас на десертик, на закусочку. Здесь быстрые углеводы. Все здесь оно будет. И либо сытные корчо, либо сытную эту... Как ее, блядь? Сытную уху. Сейчас я, ребятушечки, кину жребий. Там, где 10 копеек написано, это будет рыбная уха. А там, где написан этот орел нарисован, это будет сытное харчо на мясных костях. Орел. Сытное харчо на мясных костях. Тогда его надо сперва косточки-то эти помыть. Воду я уже поднагрел, она тепленькая. Мясо берем вот с помоечки, вот оно. Сейчас я его помою от песка, от мусора всего. И будем варить сытненький супчик, ребятушечки. Вообще тут мяса очень много, посмотрите. Реально это готовят. Эти кости, блин, они вкусные. А вот это вот жирки, ребятки. Это уже, чтоб смалец был, чтоб жиры были в супчике. Здесь вот даже хрящичек какое-то, сухожилие, вот оно. Вот сухожилие. Выпирает, смотрите, торчит какое крепкое. А? Вот как вкусно будет, блин. Так, ну все, ребятушечки, ставим на огонь. Оно все чистенькое уже. Можно готовить. Заливаем водичку. Просто песня, ребятки. Будет очень вкусно. Я уверен. Вода уже вот подогревается, ребятушечки. Я провел анализ всех этих продуктов, какие у меня есть. Суп харчо, естественно, не хватает картошки.
Поэтому я сейчас тут свежачка накидали, поищу ингредиенты. Вот какие-то пакеты. Сейчас надо нам картошечки поднайти в супчик. Может, где-то мы найдем все-таки чуть-чуть картошечки. Потому что ее там реально не хватает. Вот катастрофически не хватает. Охренеть, ребятушечки, это что такое? Это что вот это такое? Тут выкинули вот это. Вот это вот как такое можно выкидывать сюда? Вот это что мне варить с него теперь? Суп что ли? Я картошку искал, ребят. Я искал здесь картошку, а тут картошки не оказалось. Тут писюнды, ребятки, с яйцами. И все мне. Номер автомобильный, смотрите. Вот это интересно. Вот, 147 регион, блин, пригодится. Это алюминий. На алюминий пойдет. Что это? Антон, знаешь, что это такое? Что это? Это же тампоны вот эти. Тампоны. Женский. Пиздец. Охренеть, это что за нож такой? Охренеть. Это нож, ребят, опасный. Смотри, а это, блин, дорого стоит. Ну? Я там один раз хотел купить там. Вот такой? 8 тысяч. Охренеть. 8 тысяч? Да. Только он поломанный, блин. Все, на, все есть, что надо. А картошки-то нету, ребятушечки. Где картошечка? Powerbank, ребятушечки, к Xiaomi. О, Powerbank, зонтик. Все есть, что надо, ребят. Ребятушечки, картошечки здесь нет. У меня там уже, наверное, все кипит там. Кипит у меня все здесь, наверное. Все кипит у меня. Сытный бульончик, ребятки, уже вспенивается. Вот. Как жирненько, жирненько, постненько. Интересно, что же из этого получится? Видимо, мне придется сюда добавлять вот эту морковку с помоечки, ребятушечки. Вот она. Вот морковочка была найдена с вот этими косточками. Это кто-то уже бульон готовил, кто-то, ребятки, делал бульон этот. Я ее буду использовать. Вот, сейчас нарежем, чтобы повкуснее было, чтобы разнообразить наш суп. Вот так вот, вот так вот. Ребятушечки, о, песня. Вот это супчик, я уже чую. Жир вот это пахнет, оно с мальцем отдает. Думай, башка, что добавить сюда? Что сюда добавить, ребятки? В этот суп-то, блин, один хлеб здесь, клюквы чуть-чуть, если только. Хлеба можно туда порезать, ну а что? Будет прикольно, может, да. Я здесь все перерыл, ребятушечки. Ничего нельзя тут добавить, но вот горошек, про него-то забыл, вот он. Чуть-чуть здесь есть горошка. Горошка я добавлю в суп. Горошек это вкусненько будет. Вот, вот так вот. Жалко, что солички, приправки я не добавил, потому что не нашел. Готовлю из всего того, что нашел. Ребятушечки, я осознал, что картошки-то все-таки не хватает в супе. У меня все убегает. Ребятки, все... Закипело уже все. Надо огонь убавить. И пусть варится на медленном огне. Это вообще суп лысый какой-то. Мясо там, морковка, горох. Все, ничего нет. Тут картошка нужна, лук, еще ингредиенты. О, аирподсы. Аирподсы, блин, охренеть. Я в шоке, ребят. Но это вроде не оригинал, не настоящий. Аирподсы нашел, ребятушечки. Тут вообще в пакете вынос. Вот еще. А, это уже беспроводные, вот такие проводные, беспроводные, короче, наушники. RGB-лента! Ни хрена себе! Медный кабель. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, одноразки! Охренеть, тут их как много, это одноразовые эти поды. Работает. Тут целый пакет этих вейпов одноразовых. Вот это мне надо. Но картошка мне тоже надо. Где картошка? Писюн вот тот я заберу. Тут. О, вот писюн, вот это мне надо. Вот это надо мне. Все, это мне надо. Ребятки, я тут покорылся. Зацените, что нашел. Часы Шанель. Обалдеть. Часы Шанель, ребятки. А если это оригинал, они ж стоят. Я хочу узнать, сколько они стоят. Они очень дорогие, если это оригинал, ребятушечки. Вот эта помоечка радует, я в шоке. Вот еще нашел вот такую куколку. Вот куриные кишочки здесь всякие, потроха куриные. Вот шкуры, вот кости, вот. Но вот это мне уже не надо. Мясо я нашел, мясо нашел. А вот здесь есть кускус. Кускус, крупа пшеничная из Икеи. Вот, вот это уже пойдет как на ингредиент для супа. У меня кипит там вовсю, ребятушечки.
Ребята, ушечки, как все кипит у меня здесь. Ускус сейчас добавим. Песня, ребятки, песня. Вот это я понимаю, будет супчик харчо. Харчевидный, ребятки. Харчевидный суп на мясных костях с помоечки. Да ты мне не мешай, блин, что ты тут лежишь-то, блин. Помешаем супчику, ребятки. Там косточки уже начинают прилипать. Ну они, блин, смотрите уже какие отваристые, наваристые. Вот эти хрящички будут очень вкусно покушать, конечно, жирненько. Может, я все-таки-то лук и найду с картошечкой, не знаю. Но если найду, обязательно вам покажу. Пока оно тут варится, можно, знаете, что сделать? Можно рыбку продегустировать. Вот эту рыбку, горбушечку я сейчас буду пробовать. Сделаю бутерброды. А то кушать-то хочется, ребятки. Живот урчит вовсю. Берем рыбку, ребятушечки, вот горбушечку хорошенькую вот эту вот. И на хлеб все. Вот сюда вот. Вот так вот. Вот. Вот какая. Она даже не просроченная, ребятки. Мусоровоз, смотрите, приехал. Он хочет забрать меня всю тут еду, всю с бака, вывезти. Он сейчас приедет. Он сейчас все вывезет, ребятки. Сейчас все мне сломает кухню. Кухню хочет мне сломать, мне кухню всю. Все блюдо у меня течет. У меня блюдо, вся кухня разваливается из-за этого крокодильша ебучий, блядь. Быстрее мои пакеты забираем отсюда. Зубы. Забираем зубы, лейки. Вот зубы находил, вот. Вот. Суп кипит, все выкипает, ребятушечки. Надо печку поменьше газ вот поставить. На медленном огне варить. На медленном надо варить. Вот оно. Делаю пока бутерброды из рыбки, вот, горбушечки. Живот дико урчит. Я пока перекушу, пока это все готовится. А вы что, ребят, смотрите? Камеру вырубай нахуй. Готовим. А что готовить? Суп с помойки. Помоечку вывозят, ребятки. Помойку вывозят. Мою сытную бульоночку вывозят. Смотрите, как дрожит она вся. Она дрожит, она не хочет никуда уходить. Страшно ей. Вывезут кормилицы мои. А у меня суп вовсю тут кипит, готовится. Ой, да, готовится, да, вкуснятина. Как вкусно здесь вот это. На, тебе тоже ложечку, попробуй. На, попробуй. Пусть он первый попробует. Как тебе? О, заходит там у него, заходит ему. Смотрите, ребятки, ему нравится вот, заходит оно туда. Вкусно тебе? Так это ж игрушка. Так как резиновый хуй. На ютубе он пропускает писюны резиновые. Ребятки, ну это что-то не суп какой-то вышел, а каша. Вы видите, я пересыпал, очень много насыпал этой крупы. И теперь каша получилась с мясом. Суп харчо же похож на это? Похож. Сейчас уже не жду, не дождусь, когда буду кушать вот это вот. Сейчас я накрою поляну, разложу всю еду с помоечки и приступим к поеданию и к набиванию моего тулова этой едой. Все, поляна накрыта, стол накрыт, все уже подготовлено. Мой суп харчо, а.к.а. каша, уже сварилась. Сейчас я это буду дегустировать. Оно, видите, как все дымится, парится, все потому, что оно горяченькое. Косточки вот эти, сытные, вот мяско вот это. Жирок, помните, вот, жирок, вот он сварился, все сварилось. Получилась тут, по сути, мясная каша. Сейчас наложу себе тарелочку горяченького. Видите, ребятки, говорил, горяченького хочу, и я его получил, вот оно. Да, юшечки сюда, юшечки, вот кашки. Так, что у нас еще в меню здесь есть? Вот, рыбные бутерброды с помоечки. С горбушей вот этой вот. Сейчас я сюда майонезиса еще добавлю. Ну блин, это очень сытно будет. Майонезика капнуть надо сюда. Еще дынечка, ребятушечки, видите, она присыпана. Какой-то здесь вот есть песок. Я его сейчас срежу, дынечку, и можно будет ее дальше есть. Песок-то этот невкусный, я его извлеку, срежу как бы. Потому что мыть ее будет, ну, нелегко. Проще вот это все просто взять вот так вот и срезать тоненьким слоем. Теперь она уже чистенькая, девственная дынечка, без всяких там песков с помойки и вот этой фигни. Вот кекчук, ребятушечки, вот находил я немножко кекчука.
Я добавлю сюда вот это, к рыбке на бутерброде. Вот сюда добавлю кекчук, чтобы вкуснее было вот эта рыбка. Такие бутерброды вот только в ресторанах готовят. А тут все с помоечки уже. И бесплатно у ребятки. Дынечка, вот еще кашка вот такая вот есть. Каша гречневая на безлактозном молоке из магазина «Вкусвилл». 72 часа годно. Ну а что, оно пахнет аппетитно, ребятушечки. Вот. Как вкусно, ребятки. Очень вкусно, ребятушечки, очень. Растоки. Ой, у меня. Я теряю речь от этой кашки. Эту ложку за всех тех, кто лайк поставил под видео. Как же помойка кормит, на дынечки. Дынечки мне, ребятушечки, дынечки. Засними. Это что было вообще, бля? Оттуда киданули. Ты прикинь, по голове попало. Во дебилы, а, малолетние какие-то, сука, твари, блядь. Ты чё, Это вот он, думал. Думаешь? Думаешь, это он? Ребят, меня чуть не прибили здесь, придурки, блядь, с балкона, нахуй, какую-то хуйню вон скинули, блядь, дебилы. Ну, представляете, это пакет, да? А, так это презерватив тупо, блядь, вот. Его набрали презерватив с водой. И кинули с балкона меня. Чуть не прибили, ребятки. Чуть не прибили, падлы. Я уже тут боюсь сидеть. Меня хотели прибить здесь, блин. Ребят, я очень испугался. Это если по голове прилетело. Что было? Больно было? Был бы кандом челлендж. Сука, они могут еще кинуть, я тебе отвечаю. Меня сейчас тупо прибьют этот гондон. Еще раз один гондон скинет с водой. И по голове попадет. Я только начал дынечку эту вкушать и рассмакивать. Вкусная дынечка. Вкусная. Сказка, ребятки, просто сказка. Давайте я кашку по-быстрому пробую, и мы отсюда сваливаем. Мясную вот кашку это. Ну, как я искал. Мясо сварилось, все сварилось. Но соли не хватает, потому что соль не была найдена. Вкусное мясо свежее. Кашка аппетитная. Просто песня. Помойка кормит, ребятушечки. Просто сказка. Очень вкусно. Каша получилась годная. Ну, как бы сказать. Суп хорошо получается. Кашевидный. Если ты смотришь это видео, тот гондон, который скинул, блин, презерватив, ты вообще думай головой. Если бы он попал бы вот на камеру, это порча имущества. Сейчас бы полицию вызвали, и ты бы на зону уехал бы. Понимаешь? Ты бы на зону уехал бы. Ты что, вообще дурак, блин? А если по голове попало? Ребят, я просто в шоке от вот этой ситуации. Какая разница, что я тут делаю? Зачем так делать? Так делают только последнее быдло, блин. Хорошо, что никто не пострадал. И моя кашка цела. И уже сварилась. Но теперь боюсь каждого звука, блин. На фонарике. Какое мясо вкусное, ребят. Это говядинка. Просто шик, всплеск. Она вкусная. Помойка радует. Помойка радует меня. Как всегда. Ребят, ну очень, то, что мы сейчас тут сидим, это так рискованно. Если кинут опять презерватив с окна, разобьют камеру и все, будет минус камера. Так, кашу я попробовал, она офигенная, очень вкусная каша. Попробовал я ее. Дынечку попробовал. Давайте вот эти бутерброды пробовать, пока меня тут не прибили. С рыбкой вот эти. Рыбненькие, с горбушечкой бутербродики. Вкусные вот. Рыба то, что надо, ребята. Сырая, правда. Ее пожарить. В рыбе-то столько иммунитета находится. Столько там витаминов. Я балдею. Рыбка балдеж. Я уже начинаю наедаться. Ну, посмотрите, какой стол.
кукла сытая. У меня еще салатик остался вот такой. Тоже надо проверить его. Вкусный он, невкусный. Это салат быстрого приготовления. Я вот салаты, кстати, больше люблю, чем мясо. Смотрите. Обалдеть, как помойка порадовала. Это соус какой-то тут. Это сыр, да? Моцарелла, сыр, обалдеть. Вилочки, ложечки, вот они. Новое все. Все новое. Соус этот залью. Соусик вот этот приятный. С сыром моцарелла и с помидорками. Зеленью вот это. Вкусно будет, наверное, мне. Я вот тут лучше, блин, присяду, потому что эти снайперы, которые кидают презервативы, блин, вот это очень опасно. Оно с уксусом, ребятушечки. Ну что, вкусно реально. Вкусный соус. Помойка кормит. Офигенно. Еще дынечки мне. Еще кусочек дынечки, чтоб набиться повкуснее, чтоб было мне. Угу. Сладенько. Ну так, ребятушечки, захотел горяченького и поел. Все. Я вам хочу рассказать, знаете что? То, что помойка кормит всегда. Как ни крути, она всегда накормит. Какая б жопа у меня б не била, я б захотел поесть, я на помойке поел. Сейчас мне надо умывать руки и сваливать отсюда, потому что меня здесь прибьют. Из ценных ископаемых из мусорного бака было найдено вот. Вот такая вот лейка для наполнения автомобиля, это вот это. RGB лента, подсветка, с мозгами, проводом питания, с блоком питания. Много одноразовых вот этих вот штук, вейпов, зубы вставные и вот такой вот писюн, ребятушечки. А на этом моменте я буду с вами прощаться. Ведь я не бессмертный и жить хочется мне сильно. Сейчас мы это все уберем. Клюкву я, кстати, домой 100% заберу. Тут ее аж целых 3 пачки, блин. Клюква хорошая. Ну а помойка кормит всегда. Никто здесь не сомневался. Ребятушечки, ну вот я все поубирал, баки сюда поставил, стол убрал. То, что мне надо, я взял. И смотрите, что я заметил. Мало того, что вот эти малолетки конченые кинули презерватив с водой сюда. Вот он, кстати, валяется, вот он. Но в нем была вода. Они, оказывается, я не знаю, как мы не заметили, до этого кинули презик с чернилами какими-то. Вот, посмотрите, это просто жесть. Как же хорошо, что это ни в кого не прилетело. Вот тоже презерватив, набитый краской был и водой, походу. Вы представляете, если бы это прилетело бы там на меня, или вот на оператора, или на камеру. Я бы сейчас весь в зеленке был бы. Просто дебилоиды малолетние, ребятки. Я в шоке. Это просто капец.